это то упражнение сделаем. Чуть-чуть от него убегает, не сильно. Как бы надо нам на 30 снимать дальше, но не сильно. Вот. Не делай барабан. Барабан барьер. Да, можно не фиксировать. Просто в ту сторону разворот. Да. Да, это сука. Хорошо, игрушка. Еще раз. И лучше не надо вообще вводить никаких. Что лучше не надо? Вводить команды не надо. Лучше вот так поповторять. Плохо. Нет. Значит, сейчас очень далеко убежали. Не надо так далеко убегать. Делайте вид, что бежит, и Москва стоит. О, отрыли! А знаете, что получается? Вот оно вон. Да. 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 Давай, 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 давай. Супер. Да. Все разочек. Все. Хороший, хороший, хороший. Пап, сейчас прямой. Как заводишься, вот прыжки сразу. Давай. Лезь, 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 покурить. Нет. 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 Тренер? Он не понимает тренера. Вот, хорошо, не понимает.
нет цели. Вот, поэтому я и ввожу команду. Вот, а многие говорят, ну, это... А когда ее говорят, тогда в каком месяце она должна быть, чтобы она успела это сделать? Я не успеваю. Окей, окей. Я смотрю, чтобы перекрыть это время, на чуть-чуть нет. Как только команда. Вот. И обязательно я вот позвоню в этот момент, когда собака уже смотрит команду, но делает если надо, ставлю книжку, допустим, еду. Вот, потому что не надо кусок, ищу еду такую, которую бы собаке нравится. Например, мясо, печенка, она должна быть супер вкусная. И прям ставлю большую миску, чтобы она была видна хорошо. Ставлю так, чтобы при поедании он мог быть два-два. Да. Когда он съедает кусок, выдержка, еще один кусок можно положить. И так потом дальше лежит. Вот, то есть вот так вот устраняем, чтобы он побыстрее получилось. Вот, не было этого стоять. Вот. Дайте еще разочек. Молодец! Там еще не могу, что вы порули! Сейчас успоковать. Ладно, дайте на бум еще сбегайте пару раз. Ладно, и хватит. Следующий у нас сейчас или еще кто-то есть? Последний был. Не, он все правильно сделал. Вы понимаете, вот он все правильно сделал. Вот то, чего ему учили. Ну, мы учили. И как он текущий раньше будет. Не ругай, я просто. А ему вообще нет. Хорошо, ждем.